Камазик Картохи представляет. Приятного просмотра. Не, ну а что? Можем же за такие качественные видосы и помочь каналу, и тебя отблагодарить. Ну, спасибо, ребята, спасибо. Так, я помню, был заказ на 8 урона. На 8к урона. Чатик, давайте после боя попробую сыграть сконцентрированную эту каточку. Диман, большое спасибо за поддержку. Мишаня, тоже от души. Так, одна артиллерия. Давайте стандартно станем слева. Попробую остановиться тут, зацелить заезд на горочку, откидать. Если туда кто-то будет ехать. 8к урона. Сойдет 600 урона на перекатке. 62-й вот этот не в тему, он меня сейчас просветит. Вот. Так, ладно, не просветил, повезло. Слева Фош едет на центре Шеридан. И 62-й, 268 проскочил. Вот, чисто для вас стараюсь. Вот, чисто для вас. Тут уже как бы видосик. Можно вторую, третью, четвертую нарезочку делать по ваншотам. По фулочкам на бабахе. Первая, конечно, не сильно зашла. С днем рождения канала, бро. Желаю быстрого развития и долгих лет жизни. И тебе здоровья и нервов в этой игре. Мурат, большое спасибо от души просто. Не сдавайся. Сегодня праздничное настроение. Не будем гореть. Будем просто на расслабоне. Сам написал. Спасибо, ребята, от души просто. Прям поддержка на весь год вперед. Да никто сдаваться не собирается. У всех бывают черные полосы в жизни. Ух, да, в семерочку зашло, конечно, красиво. Особенно еще донатик залетел. Мурат, спасибо, Миша, от души, ребят. Просто лучшие. Так, 400 урона есть. Надо еще четверку дать. Бачатика пропустил чуть-чуть. Надеялся попаду, он как раз таки, вы видели, назад давал. У них все шотные остались. Там семерка шотная. Не светился 140 и СТРВ 103Б. Да, без понятия, надо уже ехать вперед. Стерва стоит, а я КД. Зря кинул сплэш тот. Просто, ребят, за такие выстрелы надо лайки ставить. Не-не-не-не, накидать тебе 8к. Так, стоп. Это уже серьезно. Это уже серьезный вызов. Это уже серьезный вызов. Как это не накидать? Кто тебе такое сказал? Я не пойму, кто тебе такое сказал, что я не накидаю 8к урона, а? Димон. Заказ принят.
Почти исполнен. Он почти не считается. Эх, не понял, Димон. Нет, я должен накидать. Ты меня не сглазишь. Я должен накидать. Нет. Так. 7800, дайте мне арту. Да что ж такое? Блин, ребята, округлите, не? Ну, восьмерочка практически. 7800. Ну ладно, еще один бой попробуем. Надеюсь, арта где-то тут. Нет, обидно. Но бой хороший. А бой хороший. Ну, общими силами поддержим развитие канала. Спасибо всем подписчикам, неравнодушным к творчеству Витька. Будем стараться. Спасибо, Мишаня, за поддержку. Как назло, извините, подробные результаты боя недоступны. Просто за один бой исправить статистику. Это, конечно, жесть. Сейчас менеджер реплеев. Я вроде вслепую не стрелял, если не ошибаюсь. Может быть, ком... не, 7800. Обидно. А, 180... 176 урона не хватило. Но я старался. Я старался. Почти. Ладно, еще раз. Попытка номер 2. Потом уже на 268. Давайте на 268-4. Все-таки исправить. Где 800 средухи. Ну, бой красивый. Ваншотов пробитие в этом бою было море. 140 семерочка, 268, просто везение. Просто везение. Чуть-чуть скилла и везение. Больше везения. Так, окей, чатик после боя. Так каждый раз обновлять. Не знаю, почему только у меня Donation Alert слагает. Хотя вроде только что смотрел Джованни. У него все работало. Так нечестно, ОАА. Тебе просто прет в ВБР. Так я же не сделал, Димон. Я не сделал. 7800. Не считается. Просили 8000. Спасибо большое за поддержку. Обидно, что Алер слагает. Как никогда. Не вовремя, так сказать. Не вовремя. Блин, настроение просто поднимается, мужики. Просто от души. Так, давайте по бою. Две артиллерии, это плохо, 58-е. Они сейчас зарядятся. Они сейчас зарядятся, угадайте, кого они будут фокусить. Тут как бы угадывать не надо. Тут как бы угадывать не надо. По два снаряда у них осталось. Один попал, один промахнулся. Так. Мне кажется, с этого фланга больше нечего делать. Хочется выйти и дать бачату. Для вот этому 62-му, который пытается уехать.
Я не удивлен, Арта, честное слово. Так. Все, у них по одному осталось, уже можно агрессивничать. Даже заюзаю ремку. Даже заюзаю ремку. Тут такая себе ситуация. По центру два бачата прорвались. Тут я четвертый. И семь гриль. Пока что И7 отвлекся. Надо делать так. Отлично. Отлично. Так. Супер конь, бачат на базе. Один танк не светился. 58-е что, опять зарядились? Или он ждал? До последнего. Ага. Супер конь. Супер конь и бачату парант. Так, 3200 урона есть. Плохо, что бачат такую херню делает. Придется за ним потаскаться. Он все отстрелял. Сейчас будет вниз падать. Повезло, что пробил. Рандомный, очень рандомный выстрел был. Могло улететь в каток. Могло быть не пробитие. 58-е гады переехали, выжили. У них алкаш еще и 62-ка не светилась до сих пор. Тут у нас супер конь. Витя, еще раз благодарим за качественный контент и видосы. Ну и за позитив на канале. Очень радует, что не горишь, когда не прет. Спасибо большое, Димон, Мишаня. Всем ваншоты за мой счет равно. Пусть ВБР будет благосклонен ко всем в этот день. Спасибо большое, ребята. Просто нет слов. А нет слов, одни эмоции. Не знаю, что и сказать. Что сделать, что сказать. Будем улучшать контент. То, что ты писал, Димон, не горю. Но тут, я не знаю, не то, что не соглашусь, а скажу больше, что я не горю, а просто ною. У меня горения нет, у меня психика нормальная вроде как. А вот ныть я могу. Так. Спасибо от души, ребята. Серьезно. Настроение поднимается. Вот заметьте, хорошее настроение нагибаем. Плохое настроение сосем. Рома тут никак не сказать. Так, поближе камни прижимает, чтобы меня алкаш позже засветил. Он все равно меня засветил. Три хп, 50 бы осталось. Чувак, я не в тебя стрелял. Заказ исполнен. Спасибо за заказ. Заказ исполнен.
практически в двух боях подряд. 8к урона заказывали, 8к урона выполнил. Данила, привет. Спасибо за подписочку, кто там подписался. Восемьсот урона, заметьте, вторая степень. На Амоне надо фрагов побольше, 3 фрага всего лишь. Было бы фрагов 7, может быть, был бы мастер. Но не факт. Хороший бой.